Почему мы скрываем наши недостатки? Потому что мы не хотим, чтобы люди вот нас судили, не любили. Но когда есть постоянно такой любовь, ты уже самостоятельно избавиться от все эти вещи. Ты их открываешь и избавляешься от них. Когда это будет в большом масштабе, так и будет. Все люди постепенно будут уйти от эгоизма. То есть, когда есть общество принятия, у меня нет причин прятать свои недостатки. Да, и соответственно, ты можешь их исправить. Потому что все помогают тебе. Это не что судит тебя, ты уже сам не хочешь так вести себя. Не хочешь. Не обманывать, не украсть, не говорить злословие. Ты не хочешь. Зачем это? Все любят тебя. Неважно что.